Всем привет! Как вы уже знаете, друзья, мы приобрели дом в деревне. К сожалению, водопровода пока еще в доме нет, но на нашем участке есть колодец. Похоже на то, что колодцем долгое время не пользовались, ну и в нем забились родники. Черпаешь несколько ведер, и вода становится мутная. Ну, скажем так, не особо-то пригодная для питья. Скоро нужно будет чистить этот колодец, но очистить мы его будем с помощью мотопомпы от компании Hyotter MPD-100. Мотопомпа оснащена 4-тактным двигателем 15 лошадиных сил. Выбрали эту модель, так как она позволяет перекачивать не только чистую, но и даже загрязненную воду. Благодаря большой мощности двигателя мотопомпа получила высокую производительность до 1800 литров перекачиваемой воды за одну минуту. С помощью мотопомпы можно перекачивать воду с глубины до 8 метров и создает максимальную высоту напора до 32 метров, друзья. Бензиновый бак объемом 6 литров обеспечит длинную непрерывную работу без необходимости дополнительной заправки. В комплекте сразу же идут колеса и специальные ручки для удобной транспортировки. Вот так нам ее удобно будет перевозить по любой поверхности. Также в комплекте идут соединительные патрубки для шлангов, фильтр, ну и резиновые ножки опоры. А также, друзья, помимо ручного стартера, ну, допустим, если часто используете помпу, можно использовать электростартер. Мотопомпу приобрели не только для чистки колодца, но и в дальнейшем она нам послужит для водоснабжения дома. Также будем поливать огород с помощью мотопомпы, набирать воду в душ, ну и так далее. По поводу заявленных характеристик производителям даже и не сомневаюсь, так как компания Hyotter является номером один на российском рынке бензотехники. Все ссылки я оставлю в описании к видео, ну а по промокоду PROMETAL вы получите 10% скидку на всю садовую технику Hyotter. Ну а мы сейчас будем собираться в очередную экспедицию в лес на поиски металла. В этот раз вещей с собой берем не так и много, так как на месте сидеть не будем, придется объезжать и обходить большие территории леса. Ну и возьмем вещей по минимуму. Генератор, болгарку, удлинитель, топор, лопаты, металлоискатель, ну и теплые вещи. Ну а уже продукты купим дорогой.
Добрались до леса, сразу же решили попить кофе, так как дорога сюда не близкая. Сейчас взбодримся кофе, немножечко подкрепимся, ну и приступаем копать металл. Скорее всего, искать будем возле ручья. Сами видели в прошлом видео, какой попадался металл. Ну, будем надеяться, что в этот раз мы найдем стоянку техники и накопаем хорошего тяжелого металла. Всем приятного кофепития. Сейчас взбодримся кофе и приступаем искать металл. Горяченький, хорошо. Держи, Джой. Сейчас еще тебе дам. Друзья, хотите так же, как и мы, заняться приборным поиском? Рекомендую вам интернет-магазин поискового оборудования у деда Мити. В магазине огромный выбор металлоискателей, фирменная продукция, ну и, конечно же, официальная гарантия. В магазине действует система Trade-In, проходят акции, ну а для поисковых отрядов действуют особые условия. Кроме интернет-магазина, есть розничный магазин в городе Подольск. За годы работы магазин получил 1000 положительных отзывов от довольных покупателей. Назовите промокод PROMETALL и получите бонус или скидку при покупке металлоискателя. Ссылка и промокод в описании к видео. Есть, друзья, первая находка найдена. Скорее всего, это трак. Хотя даже не знаю. Точно, трак. Ну, нормальная находка. Начало есть. Ну, будем надеяться, что в этот раз, помимо траков, мы накопаем хорошего тяжелого металла. Найдем какую-нибудь часть двигателя. Думал, какая-то ерунда. Но все равно, смотрите, неплохой металл. Пока идем вдоль ручья, было всего лишь пару сигналов. Но мы-то не отчаиваемся и знаем, что здесь есть хороший тяжелый металл. Нужно всего лишь найти место. Ну да ладно, продолжаем поиски. Пойду спущусь в ручей.
прошлись по ручью. К сожалению, почему-то сигналов нет. В прошлый раз попадалось много траков, еще тяжелые запчасти. Ну а сейчас сигналов нет. Ну, возможно, не нашли просто правильное место. И решили забрать борону, которую оставили в прошлый раз. Сейчас загружаем борону. Ну, вес-то она имеет, пойдет, заберем. И продолжаем искать металл. Только погрузил борону, и есть находка, но, по-моему, не крупная. Что там есть-то? Ага, какая-то мелочевочка. Какое-то прицепное, что ли? По-моему, кусок цепи с каким-то прицепным. Вот такая находка. Есть, друзья, находка, и опять в ручье. Какая-то мелочевочка. Ух ты, нормальный металл. Кинули в ручей прям. На улице уже вечереет. Сейчас выкопаем последнюю находку, ну и будем готовиться к ночевке. Сегодня толком металл-то не накопали, да и приехали-то уже поздно. Ладно, сейчас отдохнем, ну а завтра с утра продолжим искать место, где есть хороший тяжелый металл. Ну давайте уже выкопаем находку. По-моему, что-то некрупное. Какая-то мелочевочка. Ну на этом закончим сегодняшние поиски. Сейчас нужно немного отдохнуть. Сегодня уже подустали лазить по лесам. Всем доброе утро. Вчера уже по потемкам все-таки решили переехать на свое старое место. Здесь мы копали раз, наверное, 15-20 и все время уезжали с хорошим тяжелым металлом. Скорее всего, мы здесь все не выкопали. По всей видимости, здесь был лесной стан. Поляна просто огромная в лесу, и по всей поляне попадаются запчасти. Скорее всего, здесь техники было просто немерено. Ну давайте уже приступим искать металл. Есть, первая находка найдена. Кто-то здесь покосил траву, и копать уже, искать металл стало намного проще. Раньше я тут лазил по зарослям. Вот такой вот толковый металл. Валяется столб, решил проверить рядом. Ну, от столба, конечно, тоже идет сигнал. Но сигнал какой-то был объемный. И смотрите,
уже выкопал вот такой металл, щиток с мелким металлом, болты, шайбы, пружины, такой металл, цепь. И есть находка, по-моему, лежит лемех. Да вроде бы даже лемех не один. Сейчас глянем. Точно, лемех. Ну и вот он, еще один лемех. Нормально. Сразу же пошел хороший металл. Может, еще что есть там? По-моему, все. Пока копаю на одном фундаменте и попадаются запчасти. Раньше-то сюда не доходил, все было заросшее. Смотрите, какая огромная поляна. И там в конце тоже попадается металл. Ну, на этом, друзья, мы, наверное, будем заканчивать свои приключения. Смотрите, с какими чумазыми я руками. Не знаю, в движке произошел какой-то в верхней части треск. Заглушил машину, и машина больше не заводится. Разобрал двигатель. Ну, я не моторист, не знаю, ничего я там и не понял. Вроде бы все и нормально. У нас заряжается аккумулятор. Не знаю, машина, скорее всего, вряд ли заведется. Похоже, ночевать придется здесь. Ну, а завтра кто-нибудь нас будет отсюда вытягивать. Решили все-таки дальше снимать видео. Вам-то, друзья, наверное, тоже интересна наша дальнейшая судьба. На улице вам минусовая температура, ну а согреться нам негде. Распалили костер, будем греться у костра.